Доброго ранку, друзі. Якщо ви ще не вивчили англійську, думаєте, де б його зібрати гроші на дорогого репетитора, а де б його закупитися відповідними книжками, то, можливо, не варто поспішати. Сьогодні до нашої студії завітала ютуб-блогер і викладачка англійського, яка змогла вивчити цю мову без дорогих репетиторів, без книжок, а саме Тетяна Петровська. Доброго ранку, вітаємо вас. Здравствуйте. Доброго ранку. Доброго. Ну, перш за все, хочемо запитати, коли саме у вас виникла ідея вивчити англійську мову, але без репетиторів. Ну, вообще мысли об изучении английского у меня были всегда достаточно давно, потому что понимала, что английский – это ключ к достижению всех целей, потому у меня даже не было такого понятия, то, что мне не нужно это изучать. Это достаточно давно, но возникло вот именно такое желание вот именно взяться за английский и так плотно изучать. Это было где-то в 2014 году, когда у меня появились какие-то цели, желания насчет бизнеса. Я поняла, что без английского никуда, и, естественно, я начала его изучать, и я начала искать какие-то методы, как это правильно делать, не так, как мы привыкли, то есть не по какой-то книжке, потому что я это делала как-то раньше, вот в школе мы все так делали, и это, конечно, не работает. Поэтому я начала искать какие-то способы в интернете, как это делать. Я, вот можно тоже будет об этом поговорить, например, YouTube-каналы, видео, это уже именно как изучать английский. Но идея об изучении у меня была всегда, потому что я думаю, что сейчас английский – это уже не выбор, это не дань моде, это уже необходимость. И не стоит вопросом, нужно ли изучать. Каждый уважающий себя человек должен знать английский хотя бы на таком приличном уровне, чтобы хотя бы уметь общаться на простые темы. Это даже не обсуждается, я считаю. Тетяна, скажите, будь ласка, перед тим, як ви почали так активно вивчати англійську мову, який рівень англійської був у вас? Конечно, как все, мы изучали в школе английский, думаю, что многие как-то самостоятельно, возможно, немного. Английский, он везде, мы его слышим. Конечно, какие-то базы у меня была, но я не могла общаться на простые темы. Вот такая, наверное, проблема вот современного обучения, то, что как преподают, например, в школах, в институтах, то, что вроде бы мы знаем грамматику, слова, вроде бы мы сдаем какие-то тесты. Тот же IELTS, вот многие люди сдают IELTS, они знают всю грамматику, но при этом они не могут общаться на английском языке, потому вот есть какие-то разбросанные знания, но при этом ты не можешь общаться, потому уровень был, я бы даже не побоюсь сказать, минимальный, вот, потому все, что я вот знаю сейчас, это я вот научилась самостоятельно, к сожалению, потому нужно говорить то, что нужно что-то менять в нашей системе обучения, чтобы это было иначе, потому что английский важен. Ми дуже багато говоримо про те, що ви інакше почали навчатись англійський. Як саме? Які методики ви обрали? Ну, как я уже сказала, что это не была какая-то книжка советских времен, еще хуже. Это были, как правило, YouTube-каналы, такой очень интересный способ по изучению, например, YouTube-каналы. Там есть много разных учителей, например, наши блогеры, русскоязычные блогеры, блогеры, которые вещают на нашем языке. Это не обязательно носители языка, потому что многие думают, что это, там видео это только слушают носители языка, англичане, американцы, нет. Это могут быть какие-то подкасты. То есть слушать именно английскую речь, фильмы. Есть много YouTube-каналов, где разбираются, потому что многие, даже мои ученики, они говорят, что смотрят фильмы с субтитрами, без субтитров, еще такая война происходит. Как правильно смотреть субтитрами, без? Но особенно, если у вас начинающий уровень, это не очень эффективно, потому что будете вы смотреть там полчаса фильма и 2-3 слова по контексту понять. Есть опять-таки YouTube-каналы, где разбираются фрагменты из фильмов или сериалов, то есть берется 10-минутный фрагмент этого фильма, разбирается каждая фраза, каждое слово, также объясняется грамматика, то есть почему здесь использовано. Такое время – это гораздо лучший способ. И, ну, мы сейчас не будем давать рекламу этим каналам, это все легко можно найти в интернете, в ютубе, можно поискать. Особенно если уровень начинающий, можно начать именно вот с таких каналов, где не носители языка. Есть каналы, где просто грамматика объясняется. Если вам не нравится учитель, можно поменять, можно выбрать другого. А эти каналы также выкладывают за какую-то систему? Ну, я бы не сказала, потому что каждый учитель, он использует свою какую-то методику. И скорее система, это если вы занимаетесь каким-то репетитором достаточно долгое время. Здесь скорее такие тоже немного разбросаны, конечно, знания, но это интересно.
Так изучать язык интересно, это опять-таки картинка, визуально воспринимается, это проработка, аудирование. Ну, единственное, наверное, недостаток, то, что спикинг не прорабатывается, ну, спикинг это уже отдельный аспект. Тетяна, от у мене до вас виникло таке запитання, скільки часу ви витратили на те, аби вивчити англійську за допомогою цих всіх YouTube-каналів? І ще б хотілося запитати, по скільки годин в день ви слухали, тренувалися, читали, що додатково ще робили, щоб наші глядачі розуміли, що крім того, що їм потрібно, там, наприклад, умов, годину в день слушать YouTube-канал, еще те-то, вот конкретно, можно? Ну, я достаточно долго изучала английский язык, это было, ну, именно долго в плане того, сколько в день часов, потому что достаточно плотно я занималась около года, вот, когда я в 2014 году начала учить, я занималась по 8-9 часов в день, да, это правда, потому что мне нравилось, это интересно, интересный способ изучения, мне это нравилось, и это было, сколько нужно, чтобы выучить, но это зависит от конкретного человека, потому что есть люди, которым нужен репетитор. Вот у меня даже есть ученики, которые они не могут самостоятельно. Им нужна дисциплина, им нужен репетитор, потому это нужна такая также сила воли, чтобы смотреть, чтобы, несмотря на то, что способ достаточно интересный, необычный, но все-таки нужно этому уделять время. И не каждый человек имеет на это силу воли. Потому если вы чувствуете, что вам нужна какая-то дополнительная помощь, лучше, конечно, обратиться к репетитору. Это многие люди... Вибачте, що я спробував. От ви людина, яка відстоює саме навчання за інтернет-ресурсами, за Ютубом, але ви самі почали навчати. Я так розумію, у вас є учні, і ви також виступаєте як репетитор. Дисонанс якийсь. Як саме ви їх навчали? Чому дисонанс? Дисонанс, тому що ви кажете, що самі навчались без репетитора, а в той час ви є репетитором. Ну, я считаю, что я достаточно обрела много знаний для того, чтобы изучать. Я учу на разговорный английский для поездок, для общения за границу. Считаю, что у меня есть, потому что я, то, что говорила, достаточно много времени на это потратила. И ну, такой диссонанс, да, я считаю, что я могу помогать людям, мне это очень нравится. Разговорный английский, где вы начались? Это то же самое, потому что, опять-таки, возвращаемся к YouTube-каналам, к каким-то подкастам, это именно разговорный язык. Можна так сказати, так, можна так. А скажіть, чи вік може стати перешкодою вивчення англійської? Бо деякі люди, особливо тим, кому за 40, наприклад, наші батьки, часто говорять, що мені вже пізно вчитися. Оце, що в школі я не довчив, у молоді роки не довчив, уже зараз все ніяк. Чи є у вас учні і приклади? На самом деле, я считаю, что да, действительно. Я замечала на примере своих учеников, то, что у меня, кстати, много учеников, достаточно взрослого возраста. И я действительно замечала, что процесс идет немного медленнее. Это правда, но это не значит, что вы не выучите язык, потому что многие люди ставят на себе крест, что все, там, куда-то мне еще английский учить. Это неправильно. То есть, наоборот, у таких людей есть интерес к изучению, но они немного более закрыты к каким-то новым методикам. Немного, конечно, дети, подростки, они гораздо быстрее обучаются, но это не преграда на пути к получению результата. Нет, не нужно себя ограничивать в этом, то, что возраст – это помеха. Нет, абсолютно неправда. Я не согласна. Тобто є шанси в усіх абсолютно. А з маличку, з якого віку? Буквально з одного року, ну, чи там двох, можна вже починати дитині якісь англомовні мультики? Є така тенденція, що зараз дуже модно у батьків, що навчати многим дисциплінам, тож англійському язику, навіть, так, дійсно, я навіть слухала, що вже з одного року навіть починають вчити англійському. Я в цьому не спеціаліст, тому що я не займаюся дітьми, на мій взгляд, це достатньо, потрібно дуже сильно викладуватися, але якщо ви хочете найти репетитора ребенку, даже не подростку, вот именно очень маленькому, я считаю, что нужен репетитор, который занимается по игровым методикам, который будет весь урок играть с ребенком. Это все должно происходить в форме игры. Чем младше ребенок, тем больше нужно играть, выкладываться, потому я бы советовала найти именно такого репетитора по игровым методикам, которые работают. Если с больше старшей аудиторией, то есть это дети, наприклад, 9-11 класу, як правильно обрати репетитора? Ну, тоже интересный вопрос. Как правило, вот дети 9-11 класса, они больше выбирают репетиторов для подготовки каких-то экзаменов, например, к ЗНО или к поступлению в университет. Ну, здесь тоже, опять-таки, даже несмотря на то, что это экзамен, это должен быть репетитор, который работает по современным методикам. Я считаю, что это не должен быть какой-то один учебник. И это результат, это если мы уже говорим, как выбрать вообще репетитора. То есть если человек или ребенок занимается там, хотя бы 3 месяца, это уже такой способ, чтобы оценить результат. Если нет результата,
результата, то, естественно, нужно думать о том, чтобы менять репетитора. Это результат, это методика. Опять-таки, все сводится к методике. По наразі, от, наприклад, знайшли батьки там, в інтернеті якийсь номер репетитора. Так? Як вони можуть зрозуміти, що от, саме до нього варто йти? Ну, многие, кстати, да, довіряють дуже дипломам сильно. То, що там, якщо у репетитора там, 5 дипломів, все, це хороший репетитор, нужно к нему обращаться. Но есть репетиторы, преподаватели, которые, возможно, самоучки даже, или у которых там нет 100 дипломов, но они гораздо лучше преподают, они гораздо более, опять-таки, открыты к каким-то новым методикам обучения, они более интересно преподают. Поэтому нужно не бояться менять, нужно пробовать. То есть подходит именно конкретно этот репетитор вам. Потому что многие люди, они ходят к репетитору годами, то есть репетитор как член семьи. Нашли уже с теми, да, и даже при том, что нет результата, то есть там по 5 лет ходят к этому репетитору, и даже, то есть тоже боятся открыться чему-то новому. Нужно менять репетитора, пробовать, и вы обязательно найдете того, который подойдет именно вам. А як щодо поїздок за кордон? Бо деякі говорять, що якщо ти потрапляєш в англомовне середовище або ну, середовище тієї мови, яка тобі потрібна, то ти за 2-3 місяці вже на розмовній мові абсолютно вивчиш англійську. Як ви вважаєте, це міф чи реальність все ж таки? Ну, скоріше міф. Я вважаю, що міф, тому що многі, ну, то, що міф, я вважаю, що люди просто преувеличують це. То, что вот я поеду, там, например, в Лондон, да, если там финансовые возможности позволяют, или сейчас на Мальту популярный. То есть я поеду, все, мне больше ничего не надо делать, только учить, только общаться, все, там, вокруг нас носители. Зачем мне напрягаться, как бы учить там грамматику, заниматься, опять-таки, с репетитором, что-то изучать самостоятельно. И они ничего не делают, потом такие люди, они приезжают за границу, не разочаровываются, ну как же так, я вот везде носитель, я ничего не понимаю, или я не могу общаться. Поэтому это круто, когда у вас есть такая возможность быть за границей, общаться, еще круче жить там, но не нужно преувеличивать это и не нужно, скажем так, умалять возможности именно самостоятельного изучения, дополнительно обучаться, потому что этого недостаточно. Ну, особенно, конечно, если у вас начинающий уровень. Если это advanced или upper intermediate, ну, возможно, да. Возможно, если у вас advanced, этого достаточно, просто прорабатывать speaking. Но просто есть люди, которых вообще ничего не знают, и они едут там в Мальту учиться или в Англию, ну, а в какой вот там, ну, не знаю. Как дополнение, да, я считаю, что хорошо. Можливо. Тепер у нас не так багато часу, насправді. Я хотів би підсумувати. От, є якісь там топ-поради, як почати навчання англійської? Конечно, тут важно, вы самостоятельно будете изучать или это репетитор. Если репетитор, я советую заниматься по скайпу, опять-таки занять, искать. Не нужно, если мы все-таки стремимся к улучшению уровня жизни, к другому уровню жизни, нужно стремиться к другим стандартам европейским. И там давно уже скайп – это норма. Не нужно тратить время, там час, чтобы добраться до репетитора. То есть выбираем онлайн-обучение, это гораздо лучше. Не бояться менять репетитора, пробовать методики, это должно быть современно. Если вы самостоятельно изучаете, забываем, например, про зубрежку, то, что зубрить слова – это неэффективно, слова учим в контексте. Опять-таки, YouTube-каналы, это не должна быть какая-то книжка, там, каких-то, особенно вот, еще какие-то книжка советских времен, даже вот такие есть люди, до сих пор изучают. То есть более нестандартно, более интересно подходить к обучению, чтобы процесс вам нравился. Потому что... Найкраще. Тобто, і графі форми, от до чого ми повернулись, так? Що дорослі люблять щаніти, люблять вдатися. Тетяна, тепер таке питання вже не стосується воно англійської, хоча ні, стосується. Ви навчаєте людей різного віку, різного... Різної статі. Статі, так. І от хочу вас запитати, чи є у вас учні блондинки та брюнетки? И вот кто из них краще Ну, интересный вопрос. Очень интересный. Ну, я думаю, что по-разному. Не, не скажу. Вот я так сейчас, совместила вот своих учеников, учениц. И я понимаю, что по-разному. То есть нет такого. Я считаю, что это миф. Я считаю, что это тоже миф, что... Сегодня просто всесвятний день блондинок.